часто, точнее, по умолчанию, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator не умеет работать с восточными письменностями, поэтому в более ранних версиях Photoshop это вообще было невозможно. Сейчас это возможно, но через жопу. По умолчанию Деванагари не собирается в лигатуры. Для этого надо... Вот я выбрал текст, и в настройках Paragraph нужно нажать на вот три полосочки или четыре, в общем, кажется, четыре, так. Вот. И, значит, у меня в фотошопе, значит, 2017 года это называется Middle Eastern and South Asian Layout. Раньше это называлось World Ready. То есть раз в два года Photoshop придумывает новое название для старой фичи, прячет его в какое-нибудь другое место. Есть Photoshop, версии Photoshop, которые принципиально не имеют этого функционала. Не все версии Photoshop равны между собой. Во-первых, нужна достаточно новая, то есть она должна была выйти за последние 10 лет. И во-вторых, по умолчанию, эта галочка здесь не стоит, по умолчанию стоит вот Latin, и, собственно, у нас все рассыпается на отдельные знаки с вирамами. Так не должно быть. Если стоит вирамы, значит, настройки стоят по умолчанию, то есть неправильно. Поэтому находим вот у нас настройки Paragraph, Middle Eastern. Все. Проблем с Деванагари не должно быть. Ну и я обожаю шрифт Джани Пурва. Это просто красота неописуема. Мы можем выбрать любой другой. Любой другой тоже интересный старый шрифт Деванагари. Вот, поэтому по умолчанию у нас все рассыпается. Но это делается достаточно просто, если Photoshop вообще на это рассчитан. Спасибо.